я не смог найти карты. Нет карт. Чего? Цифровых карт? А, понятно, ну да, там. После Пасхи я хотел пойти на Питкер. Ну и потом Гамбьер, ну и так дальше уже. Но я по северу Галапагосы, Маркизские острова. Мой самый любимый сегодня остров — это Фатухива. Это просто, ну, тур Хейердал, если кто чего не знает, он там заканчивал свою жизнь. А, он завещал, чтобы его там похоронили, да? Ну, это фантастика. Мой любимый, был до этого Мадейра любимым островом, но потом Мадейра куда-то улетела. И Маркизские острова, архипелаг Туамоту, ну, там только атоллы. Потом острова Общества. Все их прошел. Риски есть какие-то, как вот здесь, что там пираты там? Нет. Или какие-то риски, самодуры владельцы? Самые большие острова, риски, где ко мне с ножами на лодку забрались, там грабили меня, это Ямайка. На Ямайке я стоял в Кинстоне, в столице, ни одной лодки не было. Потом сколько... Друзья Бабамара, да? Они только, у них на языке только это имя и все. Я потом обошел эту Ямайку. Я не встретил ни одной лодки. Такое ощущение, что, ну, я не могу уверенно сказать, но такое ощущение, что моя лодка была единственной.